Всем привет, ребята, с вами Дексон, и сегодня в данном видеоролике мы с вами посмотрим видос, который вышел у меня на другом канале 4 ноября 2018 года. То есть сегодня я хочу вам показать, как я играл в 2018 году. Первая часть уже выходила на моем канале, и она выходила в честь 500 подписчиков, и я вам обещал то, что на косарь подписчиков я устрою турнир и устрою новый видос о том, как я смотрю свои старые демки. Но, к сожалению, у меня, ну или к счастью, мои сабы слишком быстро подписались, я не успел даже на косарь ничего сделать. Потому что сейчас вот мы ждем обнову. И пока я все это выпускал насчет обновы, мы за месяц умудрились набить, получается, 1000 сабов. То есть мы уже приблизились к отметке в 2000 подписчиков. Именно на 2000 подписчиков я решил вам записать видос о том, как я смотрю свою старую демку. У меня есть еще очень много видео по Майнкрафту, по Брау Старсу, по всему чему угодно. И давайте договоримся так: на 5000 сабов я вам покажу все свои видосы. То есть я запущу стрим, где мы будем с вами в прямом эфире, получается, смотреть все мои старые демки. И по Брау Старсу, и по Майнкрафту, и по Standoff 2, и по другим прочим играм. Ну а перед началом попрошу вас подписаться на канал с колокольчиком, ну а также поставить лайк. Переходите в мой телеграм-канал, ну а я желаю вам приятного просмотра. И всем привет, дорогие друзья, с вами я, Дексон, и сегодня мы поиграем в такую прелестную игру, как Standoff. Кто встретит меня в бою, мое имя Дексон. Бля, кто меня встретит? У меня 18 сабов на этом канале, ну как? Вот мой старый айдишник, совсем недавно я видос, получается, снимал на нем. То есть я играю с релиза, опять же, для новых зрителей, повторюсь, под которые спрашивают, когда я играть начал. Ассистенс медали, то есть, ну, эксклюзивные скины еще не убрали. Тут даже... Капец, я только сейчас заметил, то что тут даже стандартный, получается, кабар-нож, а не М9. Также у нас Фуриус коллекция. Пишет, представляем вам новую коллекцию, которую уже убрали. Убрали Origin, Rival, Furious и скоро уберут Fable. То есть она уже давно убрана, а на видосе она у меня есть и представляется как новая. 7 уровень, никаких медалек, я только в тот момент начал как раз играть. И, кстати, вот, ребята, айдишники, забивайте, можете забить и в комментариях написать, может там что-то интересное, может кто-то из них стал тестером, может у него уже 4-й сезон, допустим. Я вообще не знаю, ребят, поэтому обязательно забейте и напишите. Еще в видосе очень много айдишников появится. Поэтому забивайте их, обязательно смотрите, интересные айдишники скидывайте, я буду просматривать. Скоро я ее поменяю на логотип канала, и в общем-то я всех добавлю, кто будет ко мне добавляться, и в общем-то пойдем играть, наверное, сегодня в закладку бомбы. Итак, вроде пошли. Закладка бомбы. Секунду. Вот, командный бой, закладка бомбы, гонка вооружений. Чисто вот эти режимы. Тогда не было ни ММ, ни НАПов, ни эскалации, ни битвы снайперов, ни тренировки. Еще что у нас есть в игре? Гонка вооружений есть? Ну, еще там что-то нету. Ну, короче, всего лишь три режима. То есть, игра совсем сырая была на момент 2018 года. Я не знаю, была ли она в бета-тесте, я уже не помню. Сегодня в закладку бомбы. Но в тот момент уже играли 97, ну почти 98 тысяч игроков, Россия, пинг 31, то есть и катка быстро искалась. Закладка бомбы, зона 9, зона 9 совсем старая карта, она еще до ремодели, то есть я снимал, сейчас вы посмотрите, как она выглядела. Ну короче, этот видос олды расплачутся реально, потому что новые игроки, они никогда не видели таким сырым Standoff. Сейчас, да, конечно, у нас там крутое все там. Здесь донат, там крутой скинчик, тычки Harmony. В тот момент даже не было, по-моему, ни Юспа Генезис, ни Глокарелик, ни Фанфауэзера. То есть ничего не было, никаких чармов, никаких, по-моему, наклеек, перчаток, ничего просто не было. И был всего лишь два ножа, это керамбит и М9. И то даже, по-моему, М9 до сих пор еще не ремоделинный был на тот момент, а был кабар. Зона 9 называется. И, в общем-то, это первый ролик на канале. И я надеюсь, он вам очень понравится. Я буду очень стараться над контентом, поэтому подписывайтесь на канал и, в общем-то, подписывайтесь. Ставьте укосы и комментируйте. Так, закладка бомбы, давай загружайся. Меня бесит в этой игрушке то, что такие телефоны типа не тянут эту игру. Нужны прям сильные телефоны. Вот, выбор, команд. Меня бесит в этой игрушке то, что... Такие телефоны, типа, не тянут эту игру, нужно... Выбор команд, Джекпой, блин, ну у всех разные имена были же раньше. Мистер Мармок, Донбасс, Фридом, ну почти Фриш, кстати. Короче, ну вот такой выбор был, то есть КТшник, ТШник. Сейчас вы увидите спавн. Так, чекайте спавн просто.
Три пистолета, не было 5.7, так 9, еще чего у нас там будет, да уберет скоро должны добавить, то есть, ну, капец. Еще за КТ можно было закупаться калашом, короче, ну очень, я реально расплачу сейчас, потому что, ну, игра настолько сырая, и я помню, как я только в нее пришел, это просто капец. Так, ладно, не буду так... Никто в тот момент не приседал, это просто капец, ребят. Вот, ну, сейчас, по сравнению с прошлыми версиями, типа, вот, 2018 года, вот сейчас все научились играть. Ну, сейчас даже новичок, как по мне, умеет хотя бы что-то делать. И раньше... Даже киберспорт, я думаю, не приседал, потому что раньше никто не знал даже, как менять прицел на динамический или статичный, не помню, как он там выглядит. Короче, никто не умел там менять кастомизацию, не менять прицел и все такое, поэтому было неудобно играть. Так сильно прям комментировать, потому что я отвлекаюсь на это. Вот видите, они нас вообще убивают быстро. Я не успею зарождаться, они уже нас убивают. Так, во, голова, изи. Изи. Голова даже. Так, все, матч начнется, я буду играть вот таким. Фух, пачка у меня. И я знаю, где ставить бомбу. Или бамбу. Вы иногда называют кто-то бомбу, кто бамбу, я не знаю, как вам говорить. Как вам стыд. Нравится, напишите. Напишите, на какую букву мне делать удалить. Не было подъема наверх, вот заметьте, ну, я думаю, вы понимаете, вот, получается, слева сверху. Не было подъема вот этой лестницы, был контейнер, получается, на базе, в который можно было прятаться каким-то багом, не помню уже каким. И сейчас вы увидите point A, вы просто охереете, новички просто охереют, смотрите. Ой-ой-ой, это просто, что это за point? Меня сейчас убьют. Не убили. Понимаете, я зашел, они даже... Они просто идут на пролом, как и я, в принципе. Это просто капец, смотрите. Они просто меня не видят, я стреляю, они даже не оборачиваются. Посмотрите, как они ходят, у них как будто этот... Кастрировали их, блядь, что это? Этот дурак меня вообще не заметил. Старая анимация по 350. Куда отстреляешь, чушка? Ой-ой-ой, задом шестую врубил. Блин, не успел. На дигл. Пацаны. Не успел, блин. Донбасс, вот, смотрите, середина. Какая-то вот херня, видите, там, ну, серая дверь. Еще слева, если сейчас и увидите, там были компьютеры раньше. Давай. Сейчас посмотрим. Их. Так, ждем, короче. Вот компьютеры, справа. Сейчас, стой. Ну, зайди, зайди, я Донбасс. Я здесь все со звуком нормально. Блин. Потому что я записываю в наушниках, первый раз в них записываю, поэтому думаю, что все будет нормально. Если не нормально, я перезапишу ролик. Если зайди, там, зайди. Хоть что-то можно будет исправить, я как-нибудь там подшаманю это все. Подшаманю. Так, два против троих. Два. Так, давай, 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 ну стреляй, дурень. Блин, вообще как-то... В тот момент, как стреляю я. Все, это хана габела, все такое. Короче, уже прошло 3 минуты записи, и мы сыграли только один раунд. Здесь их надо 9 для одной команды. 9? Так, и не в общем, раз играть вот такой вот пушечкой. Ой, говно. Ну, кстати, в тот момент он был прикольный. Он очень хорошо дамажил. Вот сейчас он говно. Сейчас вы видите, как он дамажит. Ну, если я, конечно, хотя бы по кому-нибудь попаду. Смотрите, какой у меня красивый пистолет. Имба, брат. Красивый, в принципе, довольно красивый, реально. Так, надеюсь, сейчас мы их хотя бы попробуем немного уничтожить. Нет, вообще. Вот, у КТшника калаш, вот, раньше можно было покупать, получается, М-ку за Т. Ну, раньше не было М-ки с глушителем. Получается, можно было и М-ку, и калаш покупать за Т. И также за КТ тоже, и М-ку, и калаш. То есть, раньше все что угодно можно было покупать. И Юспик, по-моему, за Т. Хотя, не, Юспика в того момента даже не было. То есть, вообще Юспа не было. По-моему, Гоку двух команд был. Они очень сильные. Вы можете меня называть нубом, но эта катка как-то не задалась, потому что я реально играю очень хорошо. И в очень хорошо. Заметьте, заметьте. Справа вот, смотрите, прохода нету. Сейчас там получается вот такая вот дуга. Ну, то есть, ну, карта реально сырая. Ее на ремодель потом отправляли. Мы ее сколько ждали, не помню. Что ли год, блин, или что. Сдалась, потому что я реально играю очень хорошо. И в первый раз встречаю, чтобы прям вот такие жесткие играли. Так. Они поставили бомбу, я буду называть ее бомба. Ну, point B, кстати, почти не поменялся на самом деле. Единственное, смотрите, сверху прохода нет. И получается справа, как я вам рассказывал. А так point B особо не поменялся. Вот point A кардинально поменялся, потому что там раньше была такая тележка, или как, ну, короче, возит, которая тяжелые вещи. И ящики, и между ними можно было пачку ставить. Сейчас совсем по-другому, он намного обширнее стал. А не бомба, или как-нибудь так.
Так, в следующем ролике вы уже услышите нормальное ударение, потому что вы мне, наверное, напишите в комментариях, и я увижу в каких-нибудь роликах, посмотрю, как их правильно называть. Один против четверых, все это опять Габелла, Хринелла, всякая такая штука. Так, прошло уже 4 минуты, и мы прошли только 2 раунда. Это еще долго, получается, будет минут, наверное, 20 даже ролик будет идти. Я даже 17. Капец, я угадываю. Да. И, в общем-то, вот закупаем такую пушечку. Мне эта пушка прям по душе, потому что я ее, кстати, скрафтил. Потому что я петух. Я из 10 предметов получил. Так... А, раньше, кстати, крафты, смотрите, как работали. Раньше нельзя было разные коллекции закидывать. То есть, если ты хочешь скрафтить Origin, ты должен закинуть 10 Origin. Раньше нельзя было мешать. То есть, поэтому, если бы сейчас делали крафт Origin коллекции, ТХ, допустим, статрек, мы бы в минус уходили. Потому что надо было потратить 40 тысяч голды, а получали бы 30. То есть раньше такого не было. Сейчас намного можно рисковее получать скрафты делать с 10% шансом, как я, допустим. Ну, она, в принципе, прикольная, красивая. Но, мне кажется, она не стоит такого крафтинга. Бля, вот зачем я записываю видос, я не понимаю. Я чисто комментирую, когда у меня союзники играют. Я... Чисто начинается раунд, я иду на плюс В и умираю. И все, я сейчас буду комментировать еще 3 минуты, как мои союзники будут играть. Я чисто АФК-стример, блин. Смотрите, просто сейчас буду комментировать. Блин, пока вам объяснял, опять сдох. И, в общем-то, даже болеть за них нечего, потому что они сейчас опять проиграют. Конечно, проиграют. Я-то нихера не делаю, блин. Пятый. Как будто я 6-й за их команду играю, блин. Так, вот я всегда смотрю по радару, где красная стрелочка, там есть противник. Давай, давай, давай! Все, вы затащили кнопочки, да? Затащили же? Да, все. Nice. Молодцы, хотя бы один раунд уже затащили, Имбо. Получается 2-1 счет. Я килл сделал, я даже не заметил. Я думал, я чисто умираю. Сыграли 3 раунда. Чтобы им надо вас победить, им надо сыграть... Здесь на 8 заканчивается? Если на 8, тогда 6 раундов нам надо сыграть. Так, где мои бамбу поставить? Так, в общем-то... На бейду. Пошли. Пока не буду с вами балабой. Бля, в пол смотрю, в пол, просто в пол. Самое ответственное. Тапку в пол, блин. Сам, иди впереди, потому что у меня-то бомба, у тебя... У меня бомба, да. Ага. Бля, я помню, как я этот момент снимал, чекайте. Я прям помню это. Бэмс, бэмс! Тварь. Блин. Ты вообще капец. Я надеюсь, того, ну, хотя бы одного убил. Тот хотя бы его победит. Так, давай, давай. Да красавчик, подбирай бомбу. Бомбу подбирай. Красавчик. Ой, подбирай, короче, я хотел вот это сказать. Давай, 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 в спину, давай, забери. Давай, давай, стреляй. Красавчик, ема. Все, 2-2 счет. Кстати, я только сейчас заметил анимацию осмотра, то есть айдишник писали и ник. И можно было на стрелочке нажимать, получается, вот так. Так. Сыграли 6 минут, и счет 2-2. В общем-то, все вроде нормально, все вроде удалось, но... Опять петух. Ты дебил. Я сижу бухаю, и мне вообще похуй. Мне вообще похуй, мне вообще похуй, даже дверь открыта. Вообще похую. Не 5 секунд дали? Вообще похуй, абсолютно. Вообще похуй. Ай-яй-яй, это капец. Это капец, не. Хотя не, Мармак он хорошо играет. Надеюсь, он затащит. Давай, давай. Красавчик, один против одного остается. Ема, я профит в этом раунде сделал. 2 помощи. Ема, просто. Киберспорт, бро. У меня 6 очков на балансе. Так, тихо, вон. Да вон он один, дебил, не замечаешь, что ли, его? Вон, вон, вон он. Вон, голова торчит, ёпта, слепой даун. Подбери лучше дробаш, мне кажется. Не, дробаш не надо. Через дробаш, мне кажется, их тащить надо. Давай, так. Удачи! Топи, в чат пишут, топи! Раньше хотя бы чат работал, когда умираешь, ё-моё. Где пацанчик этот? И, кстати, голосового чат не было. Так, да, вон, красавчик, затащил. Мармак тащит всю игру. Чисто красавчик. Меня, наверное, вы считаете в комментариях нубом, но, короче, на ролике я какой-то рассеянный. На мы ролик. Мы всегда тащим обычно 8-2, 8-3. Не было ни разу 8-1, 8-0, конечно, было 8-1. Я всегда хотел сыграть на 8-0 счет. Mm. Но как-то не получалось, не задавалась игра. Тихо. Я что-то боюсь уже выходить. Во, урод. Блин, почти. Мне кажется, я там попал, наверное, раза 2. 50 патронов, одно попадание. Ой-ой-ой-ой-ой, куда? Блин, сколько? Минус 54, ладно, нормально. Сойдет. Так, так. Так, ролик идет уже примерно... Давай-давай-давай, влез слева! Стреляй, стреляй, ну туда! Дебил! Присядь, даун. Он на месте стоит, АФК. Ты пока в голову целиться будешь, идиот.
Ты уже проиграешь. Дебил, блин. Ой, дебил. Что я даун, что, что они дауны. Как говорится, мухи отдельно, котлеты отдельно, а я тупой даун. Ну, такая пословица есть. Топает чисто, так, челик. Sorry. Чисто топает. О, имба, переподключение. Counter-Terrorist Win. Я, все равно мы... Я помню этот момент. Сейчас я скажу то, что у меня Диго покоцан. Я помню, как я снимал. Чисто, если я сейчас так скажу, поставьте лайк. Чить не будем, я буду Дигом тогда играть. Сри-сри. Я прям помню. Посмотрите, какой у меня красивый Диго. Правда, уже весь покоцанный, но все равно красивый. Имба. Напишите в комментариях, как вам он, по душе или нет. Куда? Да в голову! В головешку. Тихо. Я боюсь... Киберспорт, бро! Так, нормально вроде. Я боюсь. Боюсь. Руки трясутся, ёпт. Так. Ставь пачку дебл все на... Так, плантин. Бом хазбин плантин, сейчас скажу. Бом бантин дэти. Ой! Как, ладно. Ема, я просто помню эту демку, я ее от и до помню. Ема, капец, а снималась она? Получается, скоро будет 4 года, как она снималась, капец. Уже идет 9-я минута раунда, и надеюсь, этот раунд мы затащим. Тварь! Нет, пацаны, идите, идите сюда! Давай, давай, давай! Нахрен ты прицел-то делаешь? Блин, блин. Блинский блин. Давай, давай. Убил? Красавчик. Так, в принципе, этот раунд должны дать мне из-за того, что я же бомбу поставил. Так, и счет становится 4-3. Осталось где-то секунд 20 для взрывания бомбы. Или бомбы. Ладно. Тихо. Он успеет разблокировать ее. Разблокировать? Успеет. Ты бил. Успеет. Гад. Ладно, надеюсь, бомба сейчас мне достанется, чтобы я ее зарядил. В общем-то, это... Я очень хорошо заряжаю бомбы, но мне она не досталась. Кинь... У кого бомба? Киньте мне, пожалуйста, ее. Киньте. У него бомба. Кинь мне бомбу. Кинь бомбу. Ну, пожалуйста. Хотя, не, мистер Марвинг, он тоже вроде хорошо как играет, поэтому эту бомбу я доверяю ей. Ема, они приседать умеют. Вы видели? Марвинг, он тоже вроде хорошо. Приседает? Ема! Впервые вижу, чтоб на в то время приседали. Офигеть. Он как играет, поэтому эту бомбу я доверяю ему. Вот сейчас они оттуда выходить будут. Чекайте. Где у меня прицел стоит, вот там они и будут выходить. Ух ты, ема. 7 хп. Давай, 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 давай. Тащи, тащи, псина. Убил. Перезарядка. А, спиной. К выходу. Молодец. Давай, бэмс, бэмс. Тикой, тикой. Так, ладно. Минус 71, нормально. Это вот этот гад, который разблокировал тут раз. Разблокировал. Блин, еще долго играть. Имба. Наверное, не буду на ролик больше играть в закладку бомб, потому что очень долго, реально. Так, давай, Мармак, я за Мармака. Давай, мистер Мармак. Не разглядывай нож, сейчас тебя возьмут и поймают с этим ножом. Кстати, кто хочет открытие кейсов, я могу его записать, правда, у меня нету кейсов, но я постараюсь заработать много ключей, чтобы купить эти кейсы. Так, три против одного, и, в принципе, это наш раунд. Тихо, пацаны, идите по следам. Идите по красной метке. Все, затащу. Дек? Точняк, там раньше сидеть можно было. Я только сейчас вспомнил. Кстати, смотрите, сейчас спаун какой. Чекайте просто, такой короткий, смотрите. Ща. Смотри, поднимается, поднимается. Так, три... Слева раньше, сейчас там КТ возрождение получается спаун, а раньше такого не было. Я, кстати, не помню, где они возрождались. По-моему, в компьютерной зоне, если не ошибаюсь. Кто знает, напишите. Три против одного, и, в принципе, это наш раунд. Тихо. И, в общем-то, у меня бомба. Значит, катка задастся, если меня, конечно, не убьют раньше времени. Мимба. Я надеюсь, что меня не убьют раньше времени. Так, игра уже идет 13 минут 20 секунд. И, в общем-то, пошли дальше. Так, 5 против 4 играют. Это, в принципе, честно, потому что у них какие-то прям слишком сильные чуваки. Тварь. Ладно. Ладно, все, убегаем. Не ссать в компот, ставим пачку. Плантин. Плантин. Бомб хазбин плантит.
Так, все. Блин, не сказал. Пойдем, ну все, закончилась мана. Так, бомба поставлена, это, в принципе, уже полдела сделано. Я один остался. Чего, пацаны? Капец, один против троих, это очень тяжело будет играть. Квач называется. Я надеюсь, я затащу. Убил. Один минус, один против двоих. Да. Давай, еще один кивы, брат, ты киберспорт, верь в себя. Куда перезарядка, когда на тебя чего повезет? Давай, слева. Нужен бомб has been defused. Ага. Неужели квач? Неужели трипл килл? Я сам себя убил, ну ладно. Два, ну хотя бы так. И хотя бы так. Одна взрывчатка. Это 6 очков. Так. Давайте мне еще один раз бомбу. Дайте мне бомбу, я вас прошу. Киньте мне. А в чат написать нет. Так, я затащу весь раунд. Кто-то к ним перешел. Кто-то такая крыса, кто к ним перешел. 5 против 4 теперь играют. Игра уже идет 15 минут. А, так, и в общем-то счет 6-4. Нам осталось 2 раунда, чтобы их победить. И это, в принципе, уже довольно меньше, чем оставалось в тот раз. Нет, блин, 99%. Вы видали? Один выстрел не хватило. Одного выстрела просто. Господи, какой... Такие ощущения, такие эмоции. Либо ты, либо тебя. Так, реально. Остался либо нам один раунд, либо им 4 раунда. В принципе, я думаю, это что нам один раунд остается. Но мне кажется, что что-то они одну игру сейчас затащат. Почему-то мне так кажется. Давай проверим. Так. А затащат они или нет? Интересно. Меня нет. А, нет, я выиграл. Имба. Все, Дексон. 32 очка за раунд, почти первое место. Посмотрите просто на ленту. Имба, почти в КД вышел, брат. Все, 17 минут 20 секунд вышел ролик про катку. Так еще мы сейчас посмотрим. Мне 800 очков дали, вы видите, что у меня 7-й левел. Телёх, пидоркучный АФК. И Имба. Карпорел 1. Карпорел. Друзья, на этом наш видос подошел к концу. Не напоминаю то, что это вышло на 2 касабов. Следующий видос такой же выйдет на 5 касабов. Точнее, не видос, а стрим. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал с колокольчиком. Ну а на этом все. Всем удачи и всем пока, ребята. До новых встреч в следующем видеоролике.